spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия недорогих спиннингов от популярной компании Maximus. Линейка называется Циркон Джиг, и уже из названия можно понять, что основное предназначение данных удилищ – ловля джигом. Давайте поближе рассмотрим экземпляр 24H. Серия Циркон Джиг достаточно многочисленна, и на данный момент включает в себя 15 моделей с длиной от 210 до 290 см. Также здесь вы сможете найти модификации от класса Light до Extra Heavy. Минимальный тест по приманкам составляет от 4 до 16 граммов. Максимальный находится в пределах от 40 до 90. Кстати, все необходимые характеристики нанесены в районе комля. Двухчастное удилище имеет штекерное соединение типа Put-Over и обладает сверхбыстрым строем Extra Fast. Бланки обладают выраженной конусностью, изготовленной из графита IMF. Спиннинги оснащаются пропускными кольцами с вставками из карбида кремния, что позволяет использовать плетеные шнуры. За счет геометрии рамок Tangle Free снижается риск перехлеста лески, а расстановка по системе Cag-Wide System помогает существенно увеличить дистанцию заброса. Хукипер не предусмотрен. В серии используем катушка-держатель с нижним расположением прижимной гайки. За счет конструкции Super Sensitive System рука рыболова имеет контакт с бланком, и таким образом увеличивается чувствительность снасти. Вес, в зависимости от конкретной модели, составляет от 111 до 171 грамма. Рукоять выполнена в разнесенном варианте. Основным материалом является достаточно надежный и практичный этиленвинилацетат, или сокращенно EVA. На время хранения спиннинги Maximus Циркон Джиг укладываются в тканевый чехол. Снаружи мы видим артикул данной модели. Это двухсекционный футляр с клапаном на текстильной застежке. В одном отделении размещается комлевая часть удилища, а в другом – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.